Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Про Росток» Росток и не только. Сегодня мы начинаем посадку перцев, и начнем мы именно с горьких сортов. У меня нет семян фантиков, то есть купленных в магазине. У меня нет горького перца профессиональных семян. У меня есть семена, которые я купила у коллекционеров. У девочек, которые занимаются именно либо отдельно горькими перцами увлечены и большую коллекцию имеют, либо те, которые занимаются семенами посленовых, и, естественно, у них есть замечательные сорта этого перца. Что будем делать? Ну вот смотрите, вот такие вот стаканчики. Кстати, в этом году первый раз беру именно поменьше, 100-граммовые стаканчики. Раньше сажала всегда в 200-граммовых, но решила, что, в принципе, для посадки, наверное, вот этого достаточно. То же самое, смотрите, сделали дырочки дренажные. Пролила грунт, потому что, ну, так как здесь достаточно тепло, где он хранится, он подсыхает, поэтому мы его пролили. Да и здесь не так жарко, то есть я думаю, что он может быть даже прохладен для перцев, поэтому пролили его такой, не кипятком, но такой теплой водой, да, теплой водой, поэтому вот у нас такое испарение. Вот приготовили мы стаканчики, и приготовили мы опять что? Водку и рюмочки. До этого сажала всегда, обрабатывая только томаты, да, только томаты водкой. В прошлом году поэкспериментировала и с неинкрустированными семенами перцев и баклажанов. Результат порадовал, схожесть была замечательная, поэтому решили то же самое сделать и в этом году. Итак, что у нас сегодня за сорта? Ну вот возьмем мы медузу горгону. Вот такие вот семена. И мы сейчас вот их отсыпем. Ну, допустим, пусть их будет 5, наверное, возьмем. Вот. Мне достаточно будет, в общем-то, вот этого количества. Там у нас, ну, одну на всякий случай еще. Вдруг они у нас всплывут или не всплывут. Кстати, это показатель того, что семена не очень хорошего качества, если они всплывают. Так, заливаем на 30 минут. Здесь можно уже прям на 30 минут. Кстати, вот обратите внимание, два семечка всплыли, но это еще не показатель. Надо будет потом немножечко помешать их. Бывает такое, что они, естественно, опускаются. Это вот первое всплывание, это еще не показатель. Вот так кладем. Рядышком ставим рюмочку. Чтобы не потерять. Дальше у нас сорт с таким названием интересным. Очаровашка-потеряшка. Ну, это среди, значит, коллекции у человека, у коллекционера, которого я брала. Он, в общем-то, потерялся и... Ну, это... Семенушка чужие. Да, вот это берем. Вот. Но это, в общем-то, не лишает его притягательности для нас, огородников. Потому что по фотографиям, судя, он такой замечательный, интересный сорт. Тоже возьмем вот их 5, кинем. То же самое зальем. Здесь тоже у нас есть всплывшие экземпляры. Вот, посмотрите. Тоже есть. Ну, опять говорю, это еще не показатель. Кстати, здесь вот последний остался. Чего ж я его так одного оставила? Да. Бедненького будущего перчика оставила. Так, все, высыпали. Итак, вот мы ставим. Далее у нас Нумеже. Ну, думаю, об этом сорте многие знают и слышали. Вот мы его тоже сейчас. Тут его уже 5-6 семян. Высыпаем все. Не хотят. Нет, с удовольствием высыпались. То же самое заливаем. Ага, здесь у нас одно семечко пока плавает. Тоже ставим. Дальше у нас... Так, куда-то я пролистала. Нет, все нормально. Красный толстяк. Это именно перец красный острый. Толстяк. Да, это именно перец острый. Красный толстяк. Вот мы его тоже сюда. Ой, чуть бумажка не высыпалась. Ну, ничего страшного, мы потом это все сюда вернем.
Ничего в этом страшного нет. Вот так раз, обратно вернули. Сюда налили. Сюда поставили. Так, ну и чтобы нам проконтролировать, как бы опустятся, не опустятся, мы вот таким вот образом вот помешаем, да, чтобы они просто намокли все. Обязательно смотрим на ложечку, чтобы не осталось семечко у нас. Здесь то же самое, вот так вот их мешаем, мешаем, мешаем. Так, нет семечка. Дальше идем. Дальше идем. Придется нам так делать еще не один раз, поэтому я имею в виду заливать семена водкой. Поэтому мы вас не будем задерживать, а вот уже в конце потом покажем результаты. Ну, что хочу сказать. Вот после того, как помешали, было два семечка, теперь у нас плавает одно. Вот там одно плавает. Ну, тоже еще немножечко подождем, может быть, опустится. Здесь у нас тоже только одно плавает. Тоже, в общем-то, подождем еще. Здесь у нас опустились все. А вот здесь вот у нас три пока на поверхности. Это вот потеряшечка наша, которая. Вот. Итак, еще разочек. Тут пролили стаканчики, чтобы была влага. Еще обращу внимание, опять я не стремлюсь пролить, чтобы прям вот здесь вот все было, все вот такое мокрое-мокрое, да? То есть мне, в принципе, достаточно поверхностного слоя, да, чтобы здесь вот у нас не скапливались излишки вот этой влаги. Поэтому вот этого, в принципе, вот достаточно. Его видно, что вот он там внутри мокренький. Не заливаем, не уливаем. Залили водкой перцы, семена перцев, и оставляем на 30 минут. Итак, вот у нас 30 минут побыли в водке наши семена. Что, еще раз напоминаю, что дает водка? Водка у нас пробуждает, водка у нас обеззараживает, это фунгицид очень хороший, и стимулирует. Мы продержали 30 минут, на салфеточку выложили, вот так вот, подписав все семена, они немножечко просохли, и теперь раскладываем по стаканчикам. Ну, небольшое углубление делаем, подписали стаканчики, естественно, чтобы не потерять нам, что это за сорт был. И теперь раскладываем. Первый у нас сорт потеряшка-очаровашка. Вот так вот туда опускаем семечко. Можно руками, да? Угу. Так, ну, главное чуть-чуть не потерять. Так, и вот. Вот у нас еще, да. Вот еще мы здесь немножечко углубим. Вот. Так, теперь вот этот мы сейчас немножечко приведем в порядок. И не так глубоко, но вот мы их покрываем земелькой. Глубоко не обязательно, естественно, делать, даже и не нужно делать, чтобы семенам легче было выйти. Если что, потом в конце концов можно и досыпать. Много сталкиваюсь в роликах, ну вот друзья, подруги, кто сажают, много разных вариантов, как обеззараживать семена, как семена обеззараживать, как семена пробуждать. Я вот хочу еще предложить еще один, помимо водки, ну водка это мой излюбленный такой вот метод, да. Есть еще один метод, который тоже дает замечательные результаты. Это препараты с гибериллиновой кислотой, так называемый гибериллин. Это у нас гормон роста. Поэтому если вот такой взять еще препарат, можно купить отдельный гибериллин, так прям на пакетиках и написано. Но с ним очень много возни. Его надо там рабочий раствор доводить до ума очень как бы долго. В конце видео скину ссылку, как это делать. Но можно купить такие препараты, как бутон или зависть. В них тоже содержится достаточное количество гибериллиновой кислоты. Если обработать семена в этом растворе, подержать их какое-то время, тоже ссылочку могу скинуть,
то результат будет потрясающий. Итак, гибериллин – это гормон роста растений. Ни бутон, ни зависть мы не смогли сейчас купить в магазинах. Ну, не сезон, сами понимаете, только сейчас посевная началась. Это все-таки уже когда мы высаживаем растения и ждем уже плодики. Тогда нам нужны вот эти препараты. Сейчас они не актуальны. Ну, на всякий случай сказала, вдруг у кого-то есть в запасниках своих этот препарат, можете им воспользоваться, можете поэкспериментировать. Мы сейчас продолжим вот так же сажать. Затем вот эти стаканчики маленькие, чтобы они у нас не кувыркались, чтобы они у нас не падали туда-сюда, мы поместим вот в такой пластиковый контейнер, невысокий. Накроем крышкой, естественно, тоже подпишем, что здесь у нас перцы горькие. Стаканчики сами подписаны, но здесь мы напишем, что это перцы горькие, и, соответственно, мы укажем дату, когда мы их посеяли. Опять-таки, здесь у нас подписано, пакетики подписаны, чтобы ничего не потерялось. Ну что ж, у нас посевная дальше продолжается, а с вами мы на сегодня прощаемся. До свидания. Если понравился ролик, Ставьте ставьте лайк. лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго и удачных всходов!